Пиздец, если как специально для этого, потому что нахрен эти косухи носить, это просто это уже всех задолбало. Мы решили так сегодня одеться, потому что, ну блин, все-таки домашнее. Кто мне чаек приготовит пока что? Да, мы поставили микрофон, да? Да. Есть, кружочка есть, дайте кипяток. Turning on, no like it, way back in, and I'm
попробуем заново. Всем привет, с вами Рубик Лав Мэйс! Как у вас дела? Как у вас дела? Как у вас дела? Расскажите мне, пожалуйста. Отлично? Как вам звук? Отличный звук? Я вижу, ты танцуешь, это здорово. Это здорово. У нас же домашняя обстановка, ты дома всегда танцуешь? Конечно. Отлично. Хорошо. Ребят, что я хотел сказать, то, что сегодня приехали наши друзья. Мы виделись 2 года назад. Это группа Алития. Похлопаем. Похлопаем больше! Алития, we love you so much! Ну, отлично. Как вы нашли этот клуб? Расскажите, пожалуйста. Вы видите, мы сегодня без плейбека, который играет во время того, когда мы говорим, потому что сегодня домашняя обстановка, вообще пофигу. Да, мы сегодня без тапочек, к сожалению, но я дома хожу вот в этом, так что это нормально. Серьезно? Нет. Так, следующее. У нас сегодня, кстати, нестандартная программа. Мы специально для вас сразу все по-домашнему. Сделали домашнюю программу. Так что сегодня будут бардовские песни. Я предлагаю вот там развести костер и открыть тушенку. У кого есть тушенка? Есть костер. Есть костер. Ты с собой носишь все в сумочке? Поехали. Спасибо! Там дроп Д. Никто дроп Д. Окей!
Да, ребят, небольшое лирическое отступление. Мы не выступали. Хер знает сколько лет. Лет? Или нет? Это наше первое выступление в клубе. Я не знаю уже, сколько времени прошло, но действительно было очень много. И мы начинаем снова нашу концертную деятельность. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Вы для нас очень близкие люди. Спасибо огромное вашей поддержке. Мы сегодня выиграли премию Oops Choice Awards в номинации «Прорыв года», за что спасибо вам огромное, то, что вы нас поддерживали. Для нас это действительно новый шаг. Спасибо вам большое за это. И спасибо, что сегодня пришли, потому что теперь мы будем давать больше концертов, с каждым разом будет все больше и больше народу. Ну, мы на это надеемся. Да? Да. Иначе быть не может. Отлично. Следующая песня называется «Want You». Don't you know I was with your heart? Don't you know there is reason now? Let you see me there, let you test all the free and the feeling I have tonight. I don't know why the tide is right, even after the ages back. You still stay with me. Never not to break your heart. In a demon child kind of no more than now. I'm never not to break your heart. It's just that you're in love. All in love, losing yourself. Burns my feet in a burn to be, but to start now to feel, and I just need to feel it with me. I don't know why the time is right, even after the ages pass. You should stay with me, never not so bad as your heart. Нет, он меня не слышит. Похлопаем же ему за столь прекрасный концерт. Спасибо Валентину из группы АДН. Ну, а наша домашняя вечеринка продолжается.
Настроено? Вроде настроено. Since a cigarette, only on the back for more. Try to feel like a man, but I want since a cigarette. Oh!
Спасибо. Я знаю, на самом деле, эта песня не для всех, и каждый раз, когда мы ее играем, люди такие слушают, бля, а что тут-то делать? А здесь надо головой мотать, или что, притоптывать, или что? Да, она странная, я знаю, спасибо. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Мы с этой песни начинали и не закончим этот концерт. Так, да? Опа, совершенно сломал шаблон. Отлично. Yeah.
Спасибо. Песня вашей молодости? Мы... А сколько вам сейчас лет? Мы настолько старые уже, да? Офигеть. Время-то лисит. Черт побери. Ну все, мне депрессия, чуваки. Чуваки в запой сразу. У нас две песни осталось. Спасибо вам большое за поддержку. На эту песню мы выпустили клип совсем недавно, недели две назад. Спасибо вам большое за поддержку, за репосты, за лайки. Этот клип сейчас уже в ротации двух каналов. За что им огромное спасибо за поддержку. Песня называется TTL. Домашний концерт, это очень здорово, что вы все здесь. Спасибо вам всем большое, мы это запомним. Ну, давайте по стандарту тогда. Никита, вы готовы? Халат отличный. I don't want you, I don't need you. Can't around,
петь? Давайте я просто подослал это. Фор. Аплодисменты группы «Алития!» Больше! Не-не, все, стойте. Тише. Давайте заново. Стойте. Ребята, давайте выходите. Давайте чуть-чуть. Передохнули, нормально? Все хорошо. Итак, еще раз давайте порепетируем с вами. На третий раз, чтобы было круто, окей? На третий раз. То есть первые два мы репетируем, третий вообще огонь должен быть. Хорошо? Никита, ты с париком выходишь тут? Давай. Ну а теперь встречаем «Алитию». Все. Еще раз. Ну а теперь встречаем «Алитию»! Еще раз. Еще громче, кто-то здесь не кричит. Еще раз. Ну а теперь встречаем «Алитию»! Молодцы! Спасибо всем большое за концерт. С вами был